Приготовим вкусную галету с вишней. В чашу всыпаем 3 столовые ложки сахара, щепотку соли, 250 грамм муки, хорошенько перемешиваем. На крупной терке натираем 180 грамм ледяного маргарина и вливаем 50 миллилитров воды или 70. Замешиваем руками тесто. Затем убираем в пакет и в морозилку. За это время почистим вишню. Вишню без сока отправляем в чашу. Засыпаем 2 столовыми ложками крахмала кукурузного обязательно. Примерно 2-3 столовые ложки сахара. Все хорошенько перемешиваем. Это будет немного липнуть. Обваливаем его в муке. Затем на лист пергамента раскатываем. В середину выкладываем начинку. И формируем галету, подворачивая края. Это делается очень легко. Затем отправляем в духовку на 180 градусов. Примерно 30-35 минут до красивого цвета. Затем посыпаем сахарной пудрой. Разрезаем и пробуем.